приглашаем Тебя, Дух Святой. Господь, мы искренне говорим, это Ты свет, Господь, Ты ответ. Надежда, Ты ее нет, миром ты, жизнь Господь, наполняешь. Лишь Ты в этом городе, Ты Бог, для людей этих Ты царь. Для страны этой Ты наш. Давайте мы с верой, Господь, скажем эти слова. И во тьме этой Ты свет, Ты надежда, где ее нет, миром жизнь наполняешь. Лишь Ты нет таких, как как наш Бог. Придет пора больших чудес, Бог прольет с небес благодать в этот город. Придет пора больших чудес, Господь в этот город. Мы верим, Господь, Ты сольешь благодать в этот город. Придет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Придет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать. В этом городе Ты Бог, для людей это Ты царь, для страны это Ты наш. И во тьме этой Ты свет, Ты надежда, где ее нет, миром жизнь наполняешь. Лишь Ты. Как наш Бог, нет
для страны этой ты наш Господь, и во тьме этой ты свет, ты надежда, где ее нет, миром жизнь наполняешь лишь ты. Давайте скажем, в этом городе Придет пора больших.
говорит послание к Ефесянам. Павел говорит: молю тебя, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали могущество Его силы в вас. Могущество Его силы в вас. Силы, которую Он воскресил Иешуа. Я слышу голос твой.
жить я хочу. Yeah.
Среди вас на троне, сооруженном из хвалы. Из хвалы! Он восседает посреди вас на троне, созданном из вашей хвалы! Тоже на троне, ты Бог святой, кто же на троне?
Аллилуйя. Ой. Я вам скажу одну еще вещь. Это так будет вокруг трона. Да? Мы будем там вот так вот скакать и плясать и все остальное. Но я глубоко убежден в том, что мы должны почитать Бога за то, что Он сделал. То, что Он сделает еще, это еще не приходило нам на разум, не мечтал о том человек, что Бог приготовил для любящих Его. Мы можем только посмотреть. Да? Меня всегда впечатляла жизнь Мессии. Его страдания, смерть на Голгофском кресте. И как сложно для нас принять тот факт, что мы были искуплены кровью Агнца. И в Откровении Иоанна там написано: «Честь тому, да, кто пролил за нас кровь». Перед ним склонится колено. Я бы хотел бы спеть сейчас псалом, который старый псалом. Все его знают. Грех не может смыть любовь. Только кровь Иешуа. Пускай это будет нашим провозглашением, что мы спасаемся кровью Агнца. Чтобы это было вот нашим, вот этим силой нашей, что никто нас не может отлучить от этой любви. Ни бизнес, ни деньги, ни вещи, которые... Это все приобретаемое. Вечность, которая у нас есть, купленная драгоценной кровью Агнца. Мы куплены. Эта вечность для нас куплена. Вот этот хотел бы сейчас, чтобы мы спели. Для того, чтобы войти в то, что Бог приготавливает для нас. Аминь. Аллилуйя, Шадонай, Батену, Бутус. Спасибо тебе, Аба. Спасибо тебе, Аба. Гоши, Батену. Верю, обещаю, ты Господь, ты Господь. Это твоя молитва сегодня. Милующий целитель, ты Господь, ты Господь. Искупитель, ты Господь, ты Господь. Если вы в этой песне Господь будет вам прикасаться, утверждать вашу веру, все, что я прошу, сделайте то, что делают ангелы, восклицают, падают ниц, распростерты. Эти слова сильные для нас. Он сильный обещанием. И Господь, Он обещания свои исполняет.
Ты дал свободу.
Опять-таки в послании Ефесянам говорится: разбавляйте проповедь и беседы песнопениями духовными, назидая, поя и воспевая Господу. Когда мы поем, мы назидаем себя, прежде всего, себя. Назидаем друг друга песнопениями духовными, утверждаясь в тех истинах, которые мы провозглашаем через то, через наше пение. Чтобы сейчас все вместе сказали провозглашение для себя, для тебя, Инна, для тебя, Татьяна, для тебя, Оля и всем остальным, для тебя. Грех не может смыть любовь, Боже, только кровь. Давайте туда еще наши эмоции и веру вложим. Грех не может смыть любовь, может только кровь Иешуа. Чистым сделать меня вновь, может только кровь.
взять мой грех, добровольно пойти на этот крест, умереть и воскреснуть для моего оправдания. И я верю, что Спаситель мой жив. И я верю, что Спаситель мой жив. И я верю, что Спаситель мой жив. И Он ходатайствует за меня, потесную Отца. Он стал моим первосвященником, моим ходатаем своей собственной кровью. И Он называет меня сыном и дочерью. Он называет нас детьми своими. Господь, спасибо Тебе. Мы просим, чтобы Ты продолжил это служение.